олимпийский чемпион в легчайшем весе Олег Григорьев, он в левом углу, встречается с чемпионом Венгрии Ференцем Черге. Бой начался. У 25-летнего Григорьева огромный опыт. Это его 196-й бой. А Черге всего 19 лет. Но он очень стойкий боец. Григорьев атакует. Он хорошо двигается по рингу и не дает передышки своему сопернику. Черге пытается выдержать напор нашего спортсмена, но это ему не удается. Победил Григорьев.